что Бог велико, Бог наш. З тобою, наш добрий друже, зараз переживаємо тиждень проблудного сина за православним календарем. А вже наступного тижня ми з тобою вступимо у Масляну неділю, але за православним календарем вона називається «Неділя про страшний суд». Неділя про страшний суд. Уже само название в этой неделе, оно настраивает православного христианина на то, что ему нужно быть более серьезным, более сдержанным. Но одновременно с этим это масленица. Как говорят в народе, разгульная масленица. Ешь, пей, не хочу. Так где же найти золотую середину? Неделя про страшный суд и масленица. Церковь, готовя всех нас с вами Великому посту Святой Четыредесятницы, предлагает нашему слышанию евангельское чтение о страшном суде, показывая нам то, что ждет человека после его земной жизни. Все мы с вами, бывает, задумаемся об этом вопросе и всех интересует. Многие считают то, что мы недостаточно знаем о загробной жизни, что ждет человека. И вот Евангелие, которое читается в это воскресенье, оно показывает нам, я думаю, вполне достаточно, что ждет человека. Ждет суд Божий, который должен человек пройти. И соберет Господь всех пред собою, мертвые воскреснут, и живые, кто останется, то не преобразятся, и разделит он праведников и грешников. Праведников в десную сторону, грешников в левую сторону. Как пастырь разделяет овец от козы, так же и Господь разделит праведников и грешников. И скажет он праведникам, которые по праведству, что идите, унаследуйте Царствие Божие, которое соделано в служении мира. А грешникам идите в гиену огненную, где будет плач и скрежет зубов. Господь говорит, что вот когда я был когда я нуждался в помощи, когда я нуждался в пище, питье, в посещении больницы же или темницы, то вы не сделали это для меня. А праведников скажет, что вот когда я нуждался в этом пище, в питье, когда я был действительно действительно нуждался в помощи, то вы мне это соделали. И Господь разделит их, и праведники будут пребывать в жизни вечной, в вечном блаженстве, грешники же будут в вечных мучениях. И те, и другие, они напрямую не все имели возможности созерцать Бога. И только редко, когда Господь, в частности, показывал себя людям. Но Господь здесь указывает то, чтобы мы с вами это не соделали или же соделали близким своим. То есть Господь говорит, если вы же соделали меньше моей братьи, то вы соделали и мне. То есть Господь здесь показывает нам то, что мы должны послужить людям как Богу. Господь заповедовал две заповеди «люби к Богу и люби к ближнему». Почему же вот на вопрос, который задавали, он поставил эти две заповеди? Поставил их потому, что действительно Господь призывает всех людей для того, чтобы они показали свою любовь, проявили свою любовь к Богу, проявили свою любовь к ближнему. И в всех заповедях, и вот даже вот в страшном суде, Господь призывает всех нас, чтобы мы проявляли свою любовь. Готовя нас к посту, Господь показывает то, что любовь, она действительно нужна в нашей жизни. Пребывая человек, который в посте, который воздерживает себя от пищи, который молится, но не имеет добрых дел к людям, не имеет любви к Богу, к людям, он не будет иметь никакой пользы. Мы с вами вот недавно слышали Евангелие о мытаре и фарисее. Фарисей
Он же исполнял заповеди Божии, и десятину давал, и молился, и постился, но он не имел любви, он имел гордыню в себе. Внешне он, да, исполнял те требования, которые от него требовались, но внутренней любви он такого и не имел. Все приписывал себе, все эти достоинства, пост, молитва, он приписывал себе, но не воздавая славу Богу, и тем, и еще больше он осуждал ближнего своего, на что у нас нету права. Мы с вами, живя в этом мире, мы должны возносить свою любовь к Богу, должны проявлять свою любовь к ближнему. Мы не имеем права судить. Судить имеет право только Господь, потому что Он един, имеет на то право. Он знает и помышления человека, Он знает и обстоятельства, при каких человек соделал тот или иной грех. И вот именно в тот день, страшный день страшного суда, и откроются людям, все люди, все помышления, откроются все обстоятельства. Мы с вами вот живем в непростое время, когда вот мы с вами видим творится и беззаконие, когда мы с вами видим и там, и как неправда распространяется по всему миру. И часто люди спрашивают, почему же так, почему такая неправда вот, совершается в этом мире. Мы не имеем возможности вот, дать полный ответ на все эти вопросы. Но этот ответ будет дан во время вот, второго пришествия на страшном суде Божий. Когда Господь откроет все прегрешения каждого человека и те обстоятельства, при которых все это было соделано. И действительно, приготовляя нас к Великому посту, Господь показывает нам, что мы с вами должны позаботиться о своей земной жизни, позаботиться о том, чтобы не согрешать, а о том, чтобы мы послужили ближнему своему, потому что этого требует Господь. Просит и призывает нас к тому, чтобы мы заботились не только о себе, не только о своем спасении, а заботились и о ближних своих. Вспоминая вот страшный суд, мы, вот эта мысль должна наталкивать нас на то, что мы должны стать перед самим Богом и дать ответ за прожитую свою жизнь. Господь дарует нам возможность, дарует еще время, слава Богу, для того, чтобы мы исправились, для того, чтобы мы действительно, можно так сказать, преобразились в своей жизни. Ведь и для этого дан пост, для того, чтобы человек изменился в лучшую сторону, для того, чтобы человек пребывал с Богом. Говоря о том, что вот наступает Масленица, многие люди празднуют, но зачастую забывают о том, для чего вот Господь дает нам в это подготовительное время, для того, чтобы мы подготовились к посту. И чрезмерно празднует вот этот праздник такой народный, Масленицу, забывая о вечности, забывая о том, что мы заботились о вечности. Конечно же, не стоит полностью упразднять тот праздник, не идти в крайности, но человек должен контролировать себя, должен следить за своими поступками, за своими мыслями. Помнить то, что он готовится к посту, к великому подвигу, встрече с Господом. И не праздновать вот праздник, как, вот, да, как перед последний день, может, вот перед постом, чтобы наесться, напиться, потому что потом это делать нельзя. Хотя многие, и не совершая подвиг поста, многие и не постясь, также вот празднуют, также вот, можно так сказать, готовятся таким образом к посту, но забывая о том, что мы должны в первую очередь духовно готовиться и телесно не забывать. Да, Господь дарует нам такую возможность для того, чтобы мы понемногу, то есть прекращая кушание мяса, мы вот готовились не только духовно, но и телесно к посту. Понемногу, чтобы мы с вами вот и шли к этому посту. Церковь напоминает нам о страшном суде, и вот Господь призывает нас в любви к ближнему. Все мы с вами понимаем, и все мы с вами знаем и веруем в то, что человек, уходя из этого мира, то есть умирает, полностью не исчезает. То, что душа человеческая вечная, и он пребывает в ином селении, где ждет второго пришествия. И вот мы, зная то, что ждет человека, и должны проявлять свою любовь своим ближним. Не только тем, кто здесь на земле с нами живет, но и к тем, которые уже ушли из этого мира. Вот, и мы должны проявлять и любовь к ним. Потому что Господь, как я уже говорил, нам дает время еще для исправления. Они же этого времени уже не могут.
То, что человек, проживая здесь на земле, как он проживает здесь на земле, он имеет возможность раскаяться, он имеет возможность прийти к Богу с покаянием и справиться. В иной жизни, когда человек умирает, он уже этой возможности не может. И церковь перед этим воскресным днем, перед чтением вот Евангелие перед страшным судом и установила поминовение усопших для того, чтобы и мы проявили любовь о них, для того, чтобы и мы показали то, что мы помним усопших наших сродников, и что мы не заботимся только о себе, а заботимся и о них. Таким образом, мы проявляем свою любовь к ним, показываем то, что мы их помним. И вот хотелось, чтобы всегда мы с вами задумывались о том, где мы хотим увидеть себя во время пришествия второго Господа нашего Иисуса Христа на страшном суде Божий, или же о десную страну, или же ушуе, то есть или хотим увидеть себя вместе с Богом, вместе с праведниками, или же грешниками. Для этого мы должны позаботиться и помнить об этом дне, о страшном суде, потому что многие святые призывают, чтобы мы помнили свой день смерти, для того, чтобы мы помнили вот это событие суда Божия, и это должно помогать нам к исправлению и должно помогать нам, стимулировать нас тому, чтобы мы не согрешали, вот, для того, чтобы мы исправлялись, для того, чтобы мы послужили ближнему. Пускай Господь поможет это нам молитвами и предстательством Божией Матери и святых угодников Божиих.